Всем привет, ребята! Завтра мы уезжаем на турбазу, поэтому сегодня мы будем собираться. Всем приветик! Я вчера составила вот такой список вещей для уточек и то, что беру я по мелочи, грубо. Давайте начинать. Да! Давайте поставим вот так списочек, чтобы нам было видно уточки. Первое, что нам нужно взять, это платье Милки и Рози. Милка, Роза, какие вы хотите взять платья? Я хочу свое черно-розовое. Хорошо, Милка берет вот такое. А я красное. И Роза берет красненькое. А вот это мы убираем. Два платья мы собрали. Теперь нужно взять шорты и один сарафан. Вот сарафан и шортики. Таня, я вот прочитала список, и тут написано взять футболки. Мы же только на одну ночь поедем. Давай мы не будем брать футболки, будем в платьицах. А если будет холодно, будем в шортиках и в свитере. Ну, давайте, как хотите. Как раз сейчас берем два свитера. Ну, я думаю, вы хотите вот такие. Правильно думаешь. Пижамки Розина и Милкина. Две панамы и две повязки. Вот такие две панамочки есть у уточек. Это Милкина, это Розина. Теперь, уточки, выберите повязки. У вас их 6. Я хочу с котиком. А я с зайчью. Все это сложим в уточки на рюкзаке. Я предлагаю уточкам взять вот такую косметичку. Тут есть бальзам для клювика, зубная паста и крем для уточек. Еще возьмем аптечку. Тут антисептик и пару пластырей. Вот такие удобные, маленькие. В принципе, все для уточек мы собрали. Теперь будем собирать мое. Понесу я свое, наверное, в своем школьном рюкзаке. Но сначала всю одежду уточек сложим в их рюкзаке. Так, уточки, я вам отложу одежду, в которой вы поедете. Вы поедете, наверное, в платьицах, да? Да, а если что, переоденем свитерки, если будет холодно. Потому что сегодня у нас пасмурная погода. Да, сегодня у нас как-то, ну, не видно солнца. И панамочки. Розина, Милкина. Вот, я вам вот так оставлю. Завтра вместе с вами оденемся. Может, выберем другую одежду. Уточкам не поместилась одна повязочка в рюкзачок. Есть вариант либо выбрать одну повязочку, либо я сейчас постараюсь вместить. Так как аптечка и косметичку я тоже сюда положу, они туда поместятся. Чтобы не брать лишние рюкзаки. Потому что мы и так там будем много чего брать, потому что там, скорее всего, не хватит спальных мест. Вот 2 года назад у нас был прям такой 3-этажный дом классный. Но я все равно спала на полу. Мне нравится. В прошлом году я не ездила, но там был вроде бы 2-этажный. В этом году он вроде тоже будет 2-этажный, но он будет намного меньше. Нет, уточки, давайте все-таки возьмем одну с зайчиком повязочку. Ну ладно. Тогда вот этот рюкзачок убираем, вот эту повязку убираем. Теперь он точно закроется. Первое, что мне нужно положить, это влажные и сухие салфетки. Нужно выбрать. Еще сегодня ночью папа приедет с Москвы и привезет еще салфеточки. Ну, сухих у меня нету вроде бы, поэтому... Ну... Влажные. Ну, нет. Такие. Вот, я не знаю, какие выбрать. Возьму, наверное, скорки и с капибарой. Потом, если что, поменяю. Дальше зарядка. Ее я положу завтра. Книга. Я буду брать либо вот эту, либо вот эту. Скорее всего, возьму вот эту, я ее сейчас читаю. А эту читаю я и мама, но мама, если надо, сама возьмет, хотя, мне кажется, она не возьмет. Ну и плюс, я не хочу ее пока больше читать сейчас именно и там. Поэтому берем вот эту книгу. Скорее всего, пока вот все, что я сейчас соберу, останется на моем столе, а завтра я уже как надо все уложу, когда все вот сложу. Ежедневник я вычеркнула, потому что там особо нечего. И мини-ежедневник. Мини-ежедневник это вот этот вот блокнотик у меня. Дальше пенал. Пенал, я думаю, можно большой не брать, хотя можно, в принципе, вот это взять. Ну, нет, давайте какую-нибудь поменьше. Вот это, например, я чисто положу самое необходимое. Хотя без этого можно обойтись, ну да ладно. Простой карандаш. Положу 2. Ручку положу вот эту и вот эту. Ластик. Линейка. Какую-нибудь точилку. Ну, вроде бы вот это хорошо точит. Вот, с зубиком. Я написала цветные ручки, но я возьму, наверное, только черную. Вот такую. Цветные карандаши тоже брать не буду, так как я возьму такой набор фломастеров.
Да, я не знаю, зачем мне так много. Ну, вот так вот. Он, в принципе, не сильно толстый, поэтому, в принципе, нормально. Ножнички и циркуль. Я думаю, может понадобиться. Дальше фломастер. Я положила одежду. Это мы потом соберем. Мелки. У нас есть вот две пачки мелков. Я сейчас тогда все в одну переложу. Потому что я не знаю, будет ли там асфальт, где можно будет рисовать. Я надеюсь, что там вообще можно будет рисовать. Ну, в общем, сейчас все сделаем. Личный дневник. Я возьму свой вот этот. Есть еще вот здесь. Ну, там в основном такое творческое все. А здесь у меня просто записи. И надо будет еще ключик взять. Тоже положу его в пенальчик. Карты. Ну, это, наверное, база. Возьму обычные и уна. Я все-таки нашла сухие салфетки и карты. Может, одни какие-нибудь взять? Уна или обычные? В общем, потом разберемся. Может, я спрошу, может, кто-то не возьмет обычное. А я возьму тогда уну. Крем. Два вот таких. Бальзам для губ. С колой. И сразу давайте возьмем какие-нибудь тени. Есть вот такие. И вот такие. А, еще у меня вот такая палеточка есть. Ну, вообще, мне нравится больше, если честно, вот эта. Но мне кажется, она большая. Хотя, давайте возьмем все-таки вот эту. Она красивая такая. Потому что здесь, ну, какие-то не такие цвета немного, какие мне надо. Все, можно эту, в принципе, на меньше. Ладно, давайте возьмем вот эту маленькую. Так, нужно взять зеркальце. Такое возьмем. Я его не записала, но его нужно взять. Здравствуйте. Где это? А, вот все. И чтобы это все наносить, нужна кисточка. Какую-нибудь небольшую. Я не буду брать вот этот вот все консилер. Просто тени возьму. Вот наборчик. Еще возьму кисточку для бровей. Возьму маленький вот такой пенальчик. Я сложила все вот этот пенальчик. Уберу вот эти салфетки, потому что тут их, ну как много использовала. Ну, здесь больше я возьму эти. Скетчбук. Возьму вот такой с плотной бумагой. Кстати, мы недавно, я снимала вот видео про пиццу. Вот так у нас получилось. В шорте можете посмотреть. И вот здесь я уже нарисовала набросок для ролла. Может, мы его будем уже после турбазы рисовать. Вчера не успели. Насчет капасты это я положу потом. Барсик или Артем. Возьму Барсик. Он немного поменьше. Артем сильно большой. И он очень жаркий. А Барсик самое то, в принципе. Расческа и пару резинок. Сразу по пути возьму крем от комаров. Беру расческу. Я думаю, можно взять классические сначала. Черные. Можно беленькие, конечно, но черные. В принципе, мне подходят темные цвета, кстати. Потому что я, можно сказать, блондинка, наверное. Хотя у меня какой-то цвет. Я вроде не брюнетка и не блондинка. Две резиночки. Их, наверное, тоже сейчас в косметичку положу. Поп-сквиш. Вот, попытик. Не знаю зачем, но возьмем. Футляр и... Футляр. Ой. И вот это. Подставка для телефона и водный пистолетик. Так, вот подставочка. И это нужно. Это нужно. Окошечки помоем. И зеркальце. Ну, вот такой. Вот, в принципе, все. Ну, а на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Я пойду его монтировать.